Ребятки, всем привет, всем доброе утро. Время 8 утра, собрались на дачу. Едем на дачу, в общем, вот снимаю, да, люди проходят, прям как будто первый раз видят камеру, даже вот в машине еду. Ой, народ у нас никак не привыкнет к тому, что люди снимают. А вот. Сейчас едем за мамой, замариновали мы шашлыков, едем, проснулись с хорошим настроением, да, Саш? Ну, да. Вот, едем, девчатки, открывать дачный сезон, в общем. Кому интересно, уже жарко, время 8 утра, уже жара. Погода отличная, солнечная, в общем, едем, девчатки, на дачу. Кому интересно, поехали с нами. Звоню маме. Они, наверное, спят еще. Алло, мам. Ну, выходи. Да, уже подъезжаем. Ну, давай, не торопись. Ага. Я же говорю, они еще спят. Приехали в гараж за насосом. Надо мне посмотреть, Саша, это после переезда. Сейчас посмотрим Санькин гараж. У меня-то мужчины тоже смотрят. Посмотрим его бардак. У меня бардак? Да. У меня чище. Помните, как советские гаражи? А, девчат? У него тут все в коврах. А, Санек? Мать, что ты даешь, не посмотри. Рыба у него тут висит. Ай-яй-яй. Сашонок. Вот эти все вещи вот повыкидывала. Всякие старые... Мышки, это Муськины. Он это все собирает. А, Санек? Видишь, какой лесопед у меня есть. О, внук приедет. Ага. Один приедет, второй подрастет. Ой, барахольщик. А здесь можно жить? Ну, я говорю, здесь можно... Это, Санек. У меня здесь все есть. Что-нибудь вот так психанешь? У тебя тут дом второй. Диван, видишь, диван есть, велосипед могу в магазин поехать съесть. Ай-яй-яй. Удочек сколько у него. И даже велосипед? Вот велосипед. Внуку велосипед. Ну да. Так, что теперь еще? Привет, мамусика, скажешь. Что еще надо? Привет всем. Он нас сюда не пускал. Ревизию. Сколько? Два года. Ехали ревизию навести. А что ты говоришь? Насос я взял. А сколько игрушек висит. И даже рыба висит. Ну? Рыбачим, помню, что. Саш, давай вот это ведро заберем, беседку под мусор. Ну, порядок навел. Ну все, курпешки взяли, этот взяли. У меня тут порядок, этого не кушай. У нее не будет порядка. Ну все. Так, еще шляп. После переезда. Так, самовар шляп брать надо? Не будем? Да, давай шляп. Шляпы. Так, подожди, что? Магнитофон... На, мам, шляпы магнитофон держи. Надо было брать? Не надо пока. Так, топор там есть? Этот колодец. Самовар будем брать? Не надо, зачем там чайник транспортом? Ну, все, так, рыбку, паласы. Рыбку не надо электрическую? А зачем? Чай скипятить? Чайник там есть? Чайник есть электрический. Ну, все. Пока, Саша, это, сейчас разберемся, что там есть, чего нету. Да? Сейчас. Главное, сейчас на чем нам сидеть. На чем сидеть заберем. Насос, чтобы вода была. Насос, вода. Ведро. Так это забирать тоже? Да. Ну все. У него все. Даже попугая только нет. Не, глянь. А это что висит? Коготь. От чего? Ой, не знаю. Это что такое? Это в машине на зеркале висело. Коготь орла, коготь. Ой-ой-ой. Коготь орла в машине. Зуб и коготь орла. И вот экскурсия по гаражу. Нам, короче, девчата, это не понять.
Даже клетка для этого. Ну, я говорю, надо только еще попугая. Попугая. Саша Воробьев на даче. Так, штаны мне такие нужны. Так, ну все, девчата, отключаемся. Девчата, помните, я показывала масло по 500 тенге? Вот, не знаю, будет видно, нет, вот вдали получается, это, Саша, улица какая? Муканова. Муканова. Вот тут на углу, вот где автостоянка, в ту сторону, автостанция. А вот Гульжан называется. Вот видите, там Гульжан написано, мы открылись. Да, красными буквами написано. Да, Гульжан. Вот вчера мои ездили, мама, Санек, ездили в этот центр торговый. Да, он еще... В общем... Они пока еще затаривают товар, он еще не полностью это самое, да, функционирует. Вот. Но цены реально... Ниже. Ниже. Вот имейте в виду, вот у кого машина, либо кто вот в этих краях живет, вот. Конечно, ехать, кто в городе живет сюда, ну, накладно. Но с другой стороны... Ну, раз в неделю можно выехать. Да, раз в две недели, раз в месяц даже отовариться. Да, масло вот такие тут, крупы дешевые, сахар. Сахар. 390, гречка. Да, что это? Вот имейте в виду. Вот. Магазин называется Гульжан. Ну что, мои хорошие, все, мы на даче. Открываем дачный сезон. Там пойду покажу. Соседи, соседи. Ух. Чего там, Саш? Соседи? Все там. Соседи все. Толя говорит, я в 8-6 утра уже здесь был. Правильно, я говорю, на диване всю зиму провалялся. Ага. Можно в 6 часов вставать, да? Смотри вам. Кто это? Кроты? Роза. Это шиповник. Нет, вон, дыры. А, что за дыры? Я тоже это видел. Какие-то дыры. Что это за дыры? Ну это, блин, тюльпаны. Да это мамдичка, никак. Вот они вот как зашли и даже не зацветут. Смотри, этот померз. Угу. Можжевельник. Да, его надо обстрелить. А мы его пересаживать будем. Угу. Здесь вообще будет полностью перепланировка у нас. И вот это вот тоже вот елочка тоже. Да, да, это все перед. Там вообще не место. Ну чё? Потому что дачный сезон. Вы готовы? Видели опять, что здесь у нас? Дачный сезон. Че, ну урвала, что? Все сюда. Урвала мебель. Все. Ну правильно. А, мойка. Все отмоется. Теперь все это здесь станет. Здесь мы уже жить не будем. Там диван вон тут выкинем. Ну для меня один диван хватит. Да, а тут диван выкинем. Вот тут все развалю. А это будем оставить. Мойку, ой, мам, будем это мойку еще на улицу. Еще даже не знаю, что, куда. Два стола вот хороших. Вот. Ну, столы хорошие, да. Два стола, да. Вот съемные ножки. Угу. Это вот шеф на работе отдал. Шкафчики, да. В общем, определимся, куда что. Вот. В общем, пока глаза, как обычно, разбегаются, не знаешь, куда, что, с чего начинать. Но сегодня у нас будет обрезка деревьев. Мама, яблоня будет отдыхать в этом году? Да-да. Видишь, мало цветочков? Так в том году она бедная, как сколько дала плодов. Ой, мужики, все, встретились. Разорались на всю улицу. Пусть подогорят. А, Санек убрал вон этот. В общем, все, девчат, буду снимать потихоньку. В общем, глаза разбегаются, руки не знают, за что взяться. Потихоньку. Сегодня у нас уборка. Сжигание, может быть, травы пожгем. И обрезка. Обрезка. Да что у нас тут деревьев? Раз-два я обчелся. И уборка мусора. По вот этой территории. Это отдельно уже сниму вам. Вообще задумки наши. Потому что давно я хотела с этим цветником.
Вот. Ну, так как мы уже огород более-менее привели хоть в какой-то божеский вид, с какими-то вот грядками. Чеснок. А? Чеснок, да, чеснок хорошо. А вон лук. Поэтому сейчас у нас в этом году усилия пойдут на вот эту территорию. Вот. Но это все впереди. Девчатки, ребятки, буду все снимать, буду все показывать, все наши планы, все наши удачи и неудачи. Но надеюсь, что все у нас получится. Пчелки. Пчелки уже проснулись. И мошки. Какие-то мошки. Пчел сколько, надо же. Еще ничего не цветет. Это осы. Да, это осы. Это осы. Сколько ос, Саш? Так, ну, в общем, как-то так. Все, начинается дачная жизнь, начинаются дачные влоги. Буду что-то для вас снимать, показывать. Вот. В общем, уже повторяюсь. Уже одно и то же. Ля-ля-то-поля. У меня это бывает. Сейчас я прибираю беседку, потому что нам где-то надо пересиживать, отдыхать во время работы. В общем, это как обычно. Начинается все у нас уборка в беседке. Все, мои хорошие. Сейчас надо посуду вытащить, кое-какую, чайник найти. В общем, вот так. В голове сумбур, не знаешь, за что схватиться. Но все, мои хорошие. Мама уже схватилась за розы. Все. Все при делах. Санек разбирается там со скважиной. Потому что нам нужна вода. Куда ни сунься, везде нужна вода. Сейчас вот здесь буду все разбирать. Сюда вынеси мойку. В общем, все потихоньку. Мама занимается уборкой грядок. Да, мамуська? Мама любит это делать. А ты же, мам, тут это подсеивала. Интересно, взойдут, да, нет? Взойдут, наверное. Я тоже так думаю. Но я говорю, надо это, я перерыхлить. Ага. Ну, вас тоже подсеивали. Чего подсеивали? К вам. Кого? Ну, этот, Саша говорит, укроп, я не знаю, куда укроп девать, как сорняк у меня. Да? Вы нам кидайте сюда, через ограду прям. Я взял более спелые. Бы вас не было, и бы двое нет укропа. Взял туда, бросил. Правильно, у нас вообще что-то это, последние два года с укропом напряженка. И сею, и никак. Мы его и режем, и сушим. Да, ну вот, видите. Засушено уже, взято вот такое. А мы не знали. Так бы собирали бы у вас. Ну, я хочу пообрезать. Она разрослась. Ну да, надо. Наш все с каждым годом. Все надо. Значит, все затянуло. В том году я не срезала ничего. Но в этом году надо его обрезать. Потому что он разрастается, как зараза. Вот так бы рос нормальный виноград. А вот девичий виноград, он так. Вот. И вот этих вот почек это хватит, чтобы затянуть. Ну, в общем, как-то так. Все тоже с угла пошел. Семян много здесь.
Ну, я думаю, что взойдут. Так. Фух. С этой стороны я почикала. Вот немножко освободила. В том году прям уже нас начал врастать сюда. Видите, какие плети. Ну, в общем, так. Убираю беседку. Все, убираешь уже? Все? А? Убираешь? Да. Вот. От Бахуса пробка. Пригодится. Это с открытия прошлого сезона. Да, шампанское. Помнишь, она бахнула в эту? Да, она попала куда-то. И только вот сейчас. Куда-то стрельнула. Нашли. Ну, много кизика, да? А? Кизика много? Вот эта вот кнопочка. Кизика, говорю, много здесь? Ну, воробьи на зиму нагадили. Посмотри, как хорошо этот. Помнишь, в том году аж сюда уже начали. А она опять сейчас будет. Ну ничего, я поменьше оставила этих веток. Опять сейчас будет. Да, мне осталось сейчас до мету. Сполоснем, будем заносить. Будем заносить шкафы, столы. Открытие. Да. И сейчас надо попить кофе. Да, надо что-то мы надо резко. Надо попить кофе, потому что пыль вот эта. С утра мы что-то взялись. Ну, а мы еще не завтракали. У нас руки чешутся в бой, да? Все убрать надо за сегодня. Порядок навести. Ну, все, ребятки, открываем нашу. Все, начало у нас с нашей беседки. Работаем, господа, работаем. Все, беседку отмыли. Санек собирает. Что, мыши? Ну, мы стол купили. Беседку, да. Перепал нам столик. Ну, вот два таких стола. Не знаю, сейчас посмотрим. Может быть, два туда занесем. В общем, решили поставить в этом году скамейки вот так. Сейчас я их застелю нашими курпешками. Потому что вот здесь, когда сидим, с этой стороны прям дует. И всегда дует в спину. И, в принципе, не видно ни огород, ни... Вот смотришь вот в эту стену, да, под виноградом. Но решили так, не знаю. Пока пробно. И сейчас попробуем поставить вот так вот два стола. Посмотрим, в общем, ребятки. В общем, заселяем нашу беседку мебели. Пойдем, беседка. Пойдем, беседка. Давай. Не надо, давай два. Удобно же. А?
Ветевикуха там эти. Матрасы же. А может не был матрас? Ну, смотри. Сейчас я дам удалить. Они чистые, я с антарстином ее в тумбочку забрал. Ребятки, ну что, мою. Потому что все хранится же в бане. А там может быть и всякие мышки наружки. Вот комнатам. Все комнатам. Пока всю посуду еще не вытаскивали. В общем, разбираемся, куда что поставить. Беседка уже практически готова. Хотим попить кофе. Думали, приедем, попьем. Потому что мы без завтрака. Ни мама, ни мы. Вот. А что-то приехали, мама в огород. В общем, не знаешь. Не знаешь, ребятки, за что хвататься. Но это всегда так у всех. Первый день, когда приезжаешь на дачу, еще вспоминаешь, куда что ложил. Где что лежит. Искали веник. Нашли в бане. Или нашли в летней кухне. В общем, сейчас будем кофеёзу пить. Девчатки, кофеёзу. К нам какая-то кошка прибилась. Да, с этой тумбочки. Может, пока, Саш, не надо? Ну все, ребятки, мою посуду. Так. Сейчас будем чай. Не чай, а кофе. Какая-то кошка к нам приблудилась. А, киса. Киса. Пойдем. Пойдем, я тебя покормлю. Пошли. Пошли. Будет интересно она. Сейчас отломлю ей что-нибудь. Что-нибудь отломим. Худая, худая кошка. Будет, не будет самса. На. На. Кс-кс-кс. Чья ты такая? Ой-ой-ой. На. Будешь? Будешь? Поломать тебе? А? Какая худенькая. На. На. Не ест. Не ест? Не хочет? Ешь. Мне кажется, она такая слабая-слабая. На тебе начинку. Начинку на. Ешь. Ешь. Ой, так привезут и бросят. Привозят и бросают. Как так можно, а? Ну, положу. Тут перед отъездом. Вот так вот. Кушай, кушай, кушай. Ай, моя красавица. Ой. Ну все, ребят, пока вот так. Пока вот так. Поставили мы вот так скамейки в этом году. Вот. Ну вот как-то так. Что там, мамуська?
Мамуська обрабатывает, обработала уже. Вот грядку. Вот эту грядку. Смородина. Сразу арыки, все. И проливаешь, да, мам, сразу? Ну вот. Уже что-то приобретает. Сразу вид. Вот все-таки, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Мама, завтра не встанешь. Ничего. А вот здесь, мама, у нас петрушка. Где? Вот в этой грядке или вот в той? Вот в этой, по-моему. Вот она должна взойти. Да, вот, по-моему. Но я ее не копала. Да, подождем. Или вот здесь. Нет, не здесь. По-моему, в этой грядке. Ну, посмотрим. Еще рано. Еще рано. Еще рано, да. Еще рано, ребятки. Девчатки. Мам, все у меня готово. Пойдемте. Кофе попьем. Пьем кофе. Уф, усталость, но приятно. Усталость, но приятно. Санек все там в этой летней кухне. Так, что-то вы запылились у меня. Пыль, потому что. Так, моем руки и за стол. Не знаю, что надо. А ничего не надо. Потом шашлык, когда будем, тогда мне уже тарелки нужны будут. Ну все. Все. Мозга двигайся туда еще. Вот так вот. Все, все. Чайханчик. Станек у нас чайханчик. Что ты там купила? Самсунг? Да? Самсунг взяла? Ты кофе будешь пить? Я взяла самсунг. Кофе будешь? Да. Самсушку. Булочки. Давайте. Кто что видит? Мам, а маме чай. Да, да, у нас все хорошо. Ой. Так, сейчас мы насыплю все, что надо. Ну. Ну так. Ну, вроде с курицей. Вроде, говорит, с курицей. Нету в кофе. Сахар в кофе есть. А-а-а. Молоко. И хватает? Да. Хватает, мне кажется, мало. Да, даже сладкий сахар. Хватает здесь и сахар же, и молоко. Что там такое? Это я семена положила. Я все равно все-таки посею морковку. Я вот, видишь, заварка. Заварку, морковку насыплю и заваркой посею. Чай. Ну, любую грядку. Ну, как куда скажешь, туда посею. Куда видишь, туда сажи. Ну, давайте. Давайте. С началом дачного сезона. С открытием. С открытием. С открытием. Ну, как калач. С открытием, конечно. Дай Бог, чтобы... А в этом году? Чтобы все было нормально, чтобы не заболеть, не травмироваться. Это уже как больная тема. Да, а это больная тема, это и есть больная тема. Самое основное. Ну, что?
завитушки. Сладкие? С изюмом, да. Внутри изюма же. Это я вам взяла. Вы же у меня любители по сладкому. Но ноги уже гудят. Ну, с непривычки, конечно. Ой. Шанок, ты можешь чуть-чуть поближе эту камеру пододвинуть? Угу. Интересно, слышно нас будет? Не слышно? Слышно? Я так хотела кушать, и вот по дороге купили какая-то самса тандырная. И булочки. И кофе взяли. А что-то приехали, сейчас время сколько? Час, наверное, да? Угу. Ну, что-нибудь говорите, чего? Рот занят. Позвала кушать, сидеть, разговаривать, точнее. Да. Покушаем, потом надо сидеть, разговаривать, уже беседу вести. Сейчас мы, Саша, с тобой вот этот угол. И вот это сейчас доски надо убрать. Здесь хоть какой угол начинать? Но. Нет, тут просто уберем, дрова туда снесем, все сразу. Стол поставим. Где вот это мангальня. А стол какой туда поставите? А вот этот стол куда поставите? Его на улице нельзя оставлять, он здесь сразу бухнет. Не, конечно. Ну, не, вот туда может быть вот этот с железными ножками. Вон туда. Ну, давай. Если мы мойку будем переносить, зачем тут стол? Сейчас будем мерить, измерять. Вот сели, и ветра нет, да? Угу. А его вообще нету, видишь? Успокоился. Жара. 35 на солнце. Все 40. Жара. Нет, ничего, булочки, тесто нормальное. Хорошее изюм там. Что, самса? Вкусно. Не жирное тесто такое. Ну, как песочное. Угу. Ой, я тоже вытащила фарш. Завтра Ная сделает пирог с мясом. А мы, думаю, нажарили котлет на все эти выходные. Думаем, что бы. Ну да. Когда дача начинается, тогда надо, чтобы запас еды был в холодильнике. Да. Чтобы пришел с работы, быстренько подогрел, поел. Ну все, ребятки, встретимся теперь уже за шашлыком. Сейчас мы немножко переведем дух. Опять запланируем. Что она там? Что ты там лазила? Кошка ходит уже как в своем доме. Ну. Сейчас Муська приедет на дачу. Шорох наведет. Угу. Хозяйка покажет, кто здесь хозяин. Ну и чувствует, что я положила еду. А людей много на даче? Ну да. Ласка. Она не у нас в доме, Ласка? Чего она выскочила? Она шуганулась. Нет, у них там бегает. Ласка? Да, здесь много. Да? Ласка с длинным хвостом, как... Как
как белка. Как белка. А я не... А что бы она так шуганулась сейчас, Саша? Ласка, прошлые те года сколько было в картошке их везде. Они шебушились там. Да? Ну да, мучка моя гоняла. У меня на балкон заскакивала ласка. Ну ничего себе. На третий этаж в городе. Вот эти ласки, они таскают кур. Да. Саш, ну выключи пока эту камеру. Ой, спасибо, дорогие товарищи. Чего, попей еще. Да, нельзя много пить, переедать. Всегда вот когда жгем, всегда рядом вот лежит шланг с водой. Это обязательно. Потому что систему пожара, пожарная безопасность прежде всего, ребятки. Но сегодня не так ветрено. Вот. Так что Саню сейчас вот эту основную. Вот все-таки удобно, девчата, удобно вот такие грядки. Приехал, не надо вот это поле вспахивать. Уже готовые грядочки, подкормил, подсыпал землю. Сейчас вот будем заказывать на машину грунт. Чернозем хотим заказать, навоз. Вот подкормил, подсыпал, где-то мульча, где-то что, и вперед. Сразу огород. Вот я помню, первые года мы приезжали. Это было просто нечто. Саньку, конечно, хватало первые годы. Он, конечно, копал все вручную. А потом уже пошли вот этот мотоплуг. Вот. А так вот, конечно, раньше это было нечто. Все, сейчас мы еще почайкуем. Санек пока ждет. Вот. Так что соблюдайте меры пожарной безопасности. Обязательно, чтобы была рядом вода. Не дай бог, что, где, куда. Вот.